Поколение Z не перестает удивлять, и не всегда в положительном смысле. Мы догадывались, что юные россияне плохо знакомы с базовыми сведениями, но не подозревали, что настолько. Авторы канала «Квиз-шоу» опросили зумеров, задав вопрос, где находится Грозный. Ответы прозвучали такие: Узбекистан, Латвия, Молдова, Азербайджан и даже Питер, и ни разу Чеченская республика. Столицей какой страны является город Грозный? Молдова. Ну это вроде как Узбекистан вроде или что-то, может, Азербайджан. Ой, что-то сложно слишком. Слышала про такой город? Нет. Латвия. Грозный? Питер. Питер? Не знаю. Правильно, Питер. Питер, Питер. Питер. А наш вопрос такой: кто страшнее и опаснее для России? Или вот такие невежды, которых сейчас сотни тысяч, которые не понимают, где живут и ничего не знают о родной стране? Безусловно, на это поколение должны обратить внимание власти. Ведь когда в руках зумеров окажутся рычаги управления страной, они легко смогут потерять половину ее территории и даже не заметить этого.